слишком сильны. Да-да, нужно подкрепление в темные века. Зомби идут на второй заход. Мята? Отлично, ждем болезненную мяту. Всем огромный привет. Как вы уже поняли, зомби во второй раз подряд атакуют в темных веках. Но ничего, справимся и сегодня. Ого, Пуф, вот это шляпа. Тебе бы шерифом на Дикий Запад. Какой из него шериф? Из него отличный гарнир к мозгам получится. Еще шаг, и я начинаю стрелять на поражение. Ха, ну и оружие у вашего шерифа. Таким детей пугать. Тебе и такого хватит. Ладно, ну подстрелили вы простого зомби. Но что вы будете делать, когда появятся рыцари? А их будет сегодня много. Не переживайте, у нас тоже есть усиление. Вам предстоит знакомство с болезненной мятой. С ней даже пугрибы будут для вас смертельны. Ну-ка, пусть достанут через могилы. Проще простого. Ой, снова какая-то ядовитая липучка. С этой липучкой наши споры наносят гораздо больше урона. Даже вам башкуса на голове не выдержу. Теперь нужно на рыцарях проверить. Его величество, король! Кто тут вспоминал о рыцарях? Я как раз парочку зомби сейчас посвящу в рыцари. Друзья, я вас покину, а вместо меня будет дымогриб. Уху-ху-ху, не терпится испытать усиление мятой. Был бы ты поближе, я бы тебя в овечку превратил. Если бы я был ближе, я бы тебе головешку снес своими спорами. Раз дымовик не может, дождевик поможет. Эта задача как раз для него. Зомбочки, подходи, посвящаю всех в рыцари. Кажется, пришло время для нашей мяты. Она еще не созрела, так что пока высадим побольше дымовиков. Я, конечно, не против, но рыцари все больше и больше. Ладно, тогда применим подкормку, и мята мгновенно созреет. Ай, трава прямо по членам брызнула. Отличная работа, ни один рыцарь не выжил. А жердяев на троне я добью своими спорами. Все получилось лучше некуда. Даже королевская подмога зомби не спасла. Зомбот будет в ярости. Он и вчера-то нас чуть в порошок не стер. А сегодня лучше вообще к нему не возвращаться. Да, дневник вам в этом поможет. После его взрыва вы точно не вернетесь. Я думаю, что после такой трепки зомби еще долго в темных веках не высунутся. Ну не повезло немножко. Кто знал, что вы здесь химическое оружие примените? Плохие новости для вас. Дождевик и болезненная мята теперь в патруле на постоянной основе. Пропади вы пропадом. Только после вас. Подозреваю, уже совсем скоро начнется финальная волна. Ты прав, веник проклятый. О, я уже и забыл, как вы любите меня обзывать. Лучше не извините меня, а то быстро погоду здесь испорчу. Тростник, не спеши, нам подкормка еще для созревания мяты понадобится. Вот, например, прямо сейчас. Опять химическая атака! И дождевик вдогонку. Просто мгновенное уничтожение вредителей. Ха, не ожидали, нас еще много. Так и у нас мята не последняя. Что-то все совсем не заладилось. Думаю, еще один дождевик и с заболевания будет покончено. По-моему, так и есть. Задохликов на радаре больше нет. Ну а это значит, что серия подходит к концу. Ставьте лайки, увидимся в следующем видео. Пока!